шутку, конечно, сейчас говорю, что я царица оленей, условно можно сказать президент. Привет, меня зовут Анна Овчаренко, я хозяйка и экскурсовод оленей фермы «Усадьба Судемир», и я в Тверь Тим. Я была директором двух фирм и поняла, что я хочу помогать людям. Вот, переквалифицировалась на психолога, искала истину для себя. Внутри себя хотела понять, что такое вообще предназначение и как я могу этим помочь людям. Мы попали в Испанию на оленеводческие фермы, хотя у нас еще не было оленей. Но если людям нужны олени, окей, я могу точно так же помогать людям через оленей. Что такое сафари? Я говорю, представьте Африку. Вы едете на машинке по саванне, да, и у вас встречается животное. Я говорю, мы едем по русскому лесу на машинках, по русской грязи, да, и, конечно же, мы встречаем там оленей. Животные, они могут адаптировать человека к социуму. И получается, что благодаря этим прекрасным животным, грациозным, которые, как я на всех своих экскурсиях рассказываю, что они одни из самых древних животных, да, и это просто неоспоримый факт, они реально людей меняют. Вот эти состояния, которые происходят, бывает, что семьи, когда несколько раз подряд, там, несколько раз в год к нам приезжают, они более, не знаю, крепче становятся, что ли, и так далее. Когда маленькие дети тебя обнимают за ногу, хотя первый раз тебя в жизни видят, да, там, ты 4 часа там ведешь 4 или 5 экскурсий, у тебя уже все, ты устал, ты выжат, потому что ты отдал уже много, а тебя хватает за ногу и говорят, тетя, я тебя люблю? Ну, для меня это вот, как бы, оно для меня имеет смысл. Ты думаешь, наверное, я что-то не зря делаю. У всех иллюзия, что мы типа отдыхаем, все миленько, ага. Нет, это надо с утра гонять на тракторе, убирать снег, либо ровнять дорогу, либо заготавливать оленям еду. Я считаю, что самое важное, чтобы люди, и я в том числе, никогда не забывала про то, что нужно сделать через вот это. Когда любой человек делает через вот это, через душу, через сердце, как угодно, тогда оно имеет значение. Важность вот этой теплоты, которой нам не хватает, она, наверное, останется. И, наверное, успех. Будь сердечным.